мне принесли вот такую штуку. Она делается на голову. Сейчас вы увидите целый процесс. Мне будут одевать корону. Вот этот парень, он как раз будет молодцом. Сначала делается массаж головы. Примерно минут 15, может быть даже 25. Посмотрим, сколько сегодня. Я сижу у себя на балкончике. Очень приятно, с видом на озеро. И наслаждаюсь пением птиц и массажем. Массаж головы после веречины – это вообще потрясающая вещь, потому что в теле остается мало энергии, и массаж головы как бы возвращает эту энергию обратно, очень сильно успокаивает ум и улучшает внутреннее состояние в том числе. Я бы всем рекомендовал после процедуры веречина делать массаж головы или в домашних условиях, или же если у вас есть специалист, который делает массаж. Это очень приятно. На меня пришел проведать главный доктор Джерач. Дать какие-то наставления, узнать, как мои дела. Сейчас после массажа головы мне будут делать... So what's the name of this? Talapodichil or head pack. Такой пэк. Маска для головы специальная, королевская. Yeah. Any comments why? No, this is for just to relax. And the powder which is using is amla powder mixed with medicated buttermilk. Mm-hmm. And we are making a paste and applying all over the head and covering it with the banana leaf. And выглядит, меню выглядит потрясающе. This is to relax, it will improve sleep, it's good for hair, headaches. В общем, поможет от всего, даже того, чего нет. Это завершающий прием в массаже головы. Такие вот похлопывания. Очень приятное ощущение. Специально решил для вас снять. Вот потому что такое после всего массажа это прям так хорошо действует на голову. И да, касания мягкие. В основном это звук такой руками. И вот этот звук именно между пальцами. Мне начинают делать очень необычную процедуру. Вы увидите ее конечную часть. Это потрясающее зрелище и очень необычное. Мое преображение, меня обложили вот такими тканями для того, чтобы, видимо, не пролилось ничего с головы. Будем смотреть, что делает дальше. Он смешивает глину с баттермилком и наносит мне на голову. Нанесение глины, смешанное с такой жидкостью, в которой наполовину йогурт, наполовину вода. Баттермилк у них называется. Еще какие-то специи там, видимо. Глина очень охлаждающая. Такой прям нанесли, и так прям аж приятно стало. Итак, мою голову полностью покрыли вот этой пастой. Так это выглядит. Она охлаждающая, довольно-таки приятная. Запах... От нее это немножко глины, плюс, видимо, йогурт, смешанный с водой, тоже дает такой специфический, немножечко кислый запах. Но это только начало, сейчас будет продолжение. Вот так это происходит, такая почти готовая корона. Зеленый, я зеленый царь. Ну что ж, процесс подходит к завершению, корона надета. Сейчас ее приведут в правильную форму, украсят ее всякими разными драгоценными, полудрагоценными камнями, и пойдет процесс умиротворения. Итак, установка короны закончилась. Вот так она выглядит. Обвязана. Сверху выглядит вот так. Теперь я около 45 минут должен просидеть в ней. Я знаю, так как мне делали в прошлые разы, буквально минут через 15 в голове начнется такая тяжесть. Это не головная боль, сама голова. Как бы... Окей. Yes. Как бы станет тяжелой. То есть нет ни головной боли, ни заложенности, ни усталости, ничего. Голова становится тяжелой и очень сложно с шеей. В этом случае я всегда
подвигаюсь к стенке для того, чтобы можно было просто держать голову, потому что держать ее за счет шеи очень сложно. Облокачиваю немножечко на, соответственно, на стену и продолжаю процесс так. Но пока что все идет хорошо. Я подвинулся к стене, потому что голову очень удобно облокотить на что-нибудь. А голова, наверное, прошло минут 30, голова стала тяжелой. Она не болит, она именно просто тяжелая. И так как в этой процедуре расслабляются мышцы шеи, это действительно действует на мышцы шеи, потому что паста находится тоже на затылке, и как раз вот эти задние мышцы она расслабляет, то очень сложно держать голову. Подобные процедуры я делаю во время онлайн панчакармы. Она немножко по-другому выглядит и без банановых листов. И сразу предупреждаю всех как раз, что нужно найти какое-то кресло или место, где можно облокотить голову, иначе держать ее будет прямо очень-очень сложно. Примерно так же, как вот эти вот мужчины, которые сейчас вам покажу, по 50 килограмм носят, вот это примерно такое же ощущение. Правда, я не знаю, что они ощущают, они, видимо, натренировались, но очень подобно, похоже на это. Пятьдесят килограммов сахара на голове. Да, пришел парень и делает дополнение к процедуре. Такую дырочку сверху делает и наливает туда масло. То есть получается, что 45 минут я сижу без масла за счет пасты и трав, которые там намешаны. И последние 15 минут специально такое, как вторая часть, назовем это, масло заливается в отдельное. Там он сделал такую дырочку до головы и заливается. То есть у меня где-то в районе макушки, моей основной чакры, залито масло успокаивающее. И он залепляет сверху глины, чтобы масло соприкоснулось с головой напрямую. Ну что ж, еще 15 минут. So, 15 minutes? Yes. Okay.